Доктор, но не для детей, а для птиц и для зверей. У него особый дар. Это врач-ветеринар. Кто же такой ветеринар? Ветеринар помогает животным, лечит их, спасает от увечий и смерти, оказывает врачебную и профилактическую помощь животным. Любит животных, очень добрый, чуткий, внимательный и очень-очень много знает. Какие же предметы использует в работе ветеринар? Обязательно белый халат, клетку-переноску, шприц, таблетки, термометр, стетоскоп, микроскоп, пробирки. У него имеется врачебный чемоданчик для оказания первой помощи. А тебе нравится профессия ветеринар? Доктор, но не для детей, а для птиц и для зверей. У него особый дар – это врач-ветеринар.